Зарядка шла Ильдарис Хаков. Шунда үйде ешебет. Май, блин. Ложкой на сарны там, на. Запись остановлена тебе. Мында бір ешеді. Нуримандың кроваты, Ильдардың кроваты. Ильдардың диваны. Очень-очень резво прошел за 8,66 секунды. Первая мишень 3, вторая мишень 0 и третья мишень 4 балла. Голов Сергей встречает Хасана Грушан, Ражев Артем и Жиров Александр. На боевую дорожку приглашается Хасанов Рыжан. Стартуйте! Два попадания было, время прохождения 7,93 секунды. Первая мишень 0, вторая мишень 2 балла и третья мишень 3 балла. Не удалось, к сожалению, на второй попытке бокового Рушану Хасанову попасть в три мишени. Но еще одна попытка. Секунды. Первая мишень 3 балла, вторая мишень 1 балл и третья мишень без попадания. Внимание! А чем ближе к центру стрела попадает, тем качественный. Стартуйте! Это тоже десятка, да, является? Пятерка там, середина, да. Стрельбе-то это десятка? Да, а здесь пятерка. Пятерка, да? Смотри, как... Вот он сейчас этот. Он этот тренирует этот, ну, координацию. Первая мишень была поражена, вторая мишень не удалась. Исаков Сальдар продвигается лошадь, сокращая время прохождения. 11-0-7-4,
Исхака Хурдар. Красавчик! Прошу десанту за 10,5 сотых секунды без попаданий. Одинокий Сергей! Скажите! Время продолжения 9,90 секунды. Подсчитываем баллы. Первая мишень 3. Служба была Томас Нас за. Здесь не видно ни за ним, шашками да пиками. Раскакал Эльдар на лошади по кличке Лолита без попаданий. 11,15 сотых секунды. Сергей Одиноков! Сколько? Не сделал прикладку Сергей Немогов, наверное, нервничает. Первая мишень 0. Даже 10,50 сотых секунд 3. Даже 3 балла. Прям вот не так было. Опять убивает. Исхака Жендар. Стартуйте. А он уже этот. Ему надо бонус сейчас зарабатывать. Поэтому этот. Ему уже нечего терять. Поэтому и этот. Молодец. Три попадания в стрелку Исхакова Эльдара. 10,87 сотых секунды. Первая мишень 0, к сожалению. Вторая мишень 1 и третья мишень 2 балла. Залом попал, но... Не удалось поразить мишень. Щит попадания было, но в мишень, к сожалению, нет. Три своих попаданий есть. Достаточно на высокой скорости проходит дистанцию Сергей Грюков. 9,91 сотой секунды. Первая мишень 4 балла. Вторая мишень 3 балла. И третья мишень 4 балла. Сергей Грюков. Красные ноги цеха или что где-то еще? Он записывает, да. И шундау хундарам. Минима брига. Шундау хундарай. Нама. Каэнда эта запись была... Остановлен тебе такой, что Кириба так как. Бок, в бок, Кавлана, в бок. Бегей побежать, ветер, он гонит свою зайку по весь опор. На боевую дорожку приглашается Хасанов Рушан. Стартуйте! Хасанов Рушан показывает и задает темп. 8,53 сотых секунды. Очень-очень неплохой результат с двумя попаданиями, с очень хорошим временем. Получает почти 10 баллов, думаю, только временем. Время первая мишень 4, вторая мишень 2 балла. Это очень-очень неплохо. На боевую дорожку приглашается Исхаков Ильдар. Стартуйте!
есть, выстрел есть, второй есть. К сожалению, неудачно, но очень старался Ильдар. 11.30, 1 секунды. Не выигрывать, нельзя было просто метить. С России выстрелы вообще не считают. Мелодия на Курае, национальная по Шарпасан. Конечно, которая в поддержку исполнила замечательную мелодию на национальном инструменте. Ирай. Без попадания. За 7.91 секунды прошел дистанцию Хасанов Рушан без попадания. Боевая дорожка приближается. Искаков Ильдар, стартуйте! Первое попадание есть. Еще один выстрел. Молодец! Молодец! Сделал три выстрела. Время прохождения дистанции 10.78 секунды. Попаданием есть 0.5 балла за каждую секунду. Получит Ильдар. Пятерочку! Пятерочку попал. Огромный молодец. Хасанов Рушан, стартуйте! Время прохождения 9.13 секунды. Первая мишень 0, вторая мишень 3 балла и третья мишень без попадания. На боевую дорожку приглашается Искаков Ильдар. Стартуйте! Время прохождения 11.63 секунды. Без попадания. Внимание! На боевую дорожку приглашается